Она зашла и сразу начала использовать свои органы чувств, а свой нос в поисках пищи. Вот она была вот кофеяда, что вам гага туга хрень, я все пора света колечки с помидорами. У рыбы очень сильный запах, поэтому первое было рыбку легко найти. Зато я видела, как он прыгнул, видел, он прям животом вот так, и потом погрузился. Белые мишки вообще кислоты живут в Арктике. Это замороженное горе, замерзшее. Мне кажется, они знают, как это все. И поэтому белые люди очень много плавают. Мы видим, что в воде он очень базирует, и они могут поплавать. Я хорошо, да, тебе слово.
Ты Мы видим, я с тобой сейчас.